Всех приветствую, я Андрей Ветлёв, мы в студии «Укрлайв ТВ». И сегодня у меня легендарный гость Валит Арфуш. Валит, приветствую. Здравствуйте. В общем-то, повод для нашей встречи, я долго подбирал повод, и все же это, наверное, годовщина Майдана. Валит, и уже целый год страна живет в каком-то особом режиме. Я очень люблю с тобой общаться, потому что ты человек с фантастическим чувством юмора, в хорошем настроении всегда. Но сейчас все-таки нужно вспомнить вот поэтапно, да? Когда случился Майдан, ты работал на Первом национальном, а сейчас Валит Арфуш, вы же все знаете, да? Наверное, он уже возглавляет Евроньюз в странах СНГ. И это единственный продакшн, по сути говоря, собственный продукт производится в Украине. Поэтому наш Евроньюз, украинский, который возглавляет Валит Арфуш, смотрят в Европе на всех языках, на 13 языках. На 13. Вот, и то есть такой диапазон от Первого национального, от Першого до Евроньюза. На Первый вы пришли вместе с командой Бенкендорфа, Егора, которого мы знаем с тобой отлично по Интеру. Егор, привет. Он должен смотреть интернет. Должен смотреть интернет обязательно. А что же еще смотреть его? Не Интер же смотри, да? Ну, тем более, что слово интернет начинается со слова Интер, поэтому он должен смотреть. Да, у меня тоже был Интер, а сейчас интернет. А у Егора был Интер и остался Интер. Я сразу маленькая поправка. Когда началось события на Майдане, я уже не работал на Первом национальном. То есть я уже как полгода как и не работал. Я сейчас почти уже больше полтора года как не работаю. Я тогда... когда еще Янукович был во власти, я ушел с Первого национального, и у меня было как раз хорошее предложение от Евроньюза, и перестало тогда быть интересно работать, скажем, на Первом национальном после ухода как раз Егора Бенкендорфа, возвращения его на Интер. Так он тоже же ушел, да, получается? Да, что? Да. И, видишь, как я и не как раз когда вот начался Майдан, то есть я уже был полгода как уже работал на Евроньюзе, и, ну, в принципе, хорошее совпадение, я бы сказал. Ну, ты для меня человек, ну, я бы сказал так, какой-то главный европеец в моей жизни, потому что блестяще знаю там все языки, которые я бы хотел когда-нибудь еще выучить, уже, наверное, вряд ли, живущий то в Париже, то с Омаром, Омару привет, мы обязательно должны его пригласить в эту студию, то с братом где-то, то, конечно же, в Киеве, в основном в Украине, и ты следишь за событиями сейчас не только потому, что я нервируюсь, но и вообще в мире. Что для тебя был Майдан вообще как вот событие, когда люди выходят на площадь, с чем это можно было сравнить? На самом деле, даже вот, ну, даже сегодня уже, вот годовщина сейчас, да, и очень, мне кажется, еще очень рано сказать, что означает этого Майдана. То есть есть какие-то, скажем, прямые там последствия, да, прямые это то, что избавились от режима Януковича, то, что и, ну, я думаю, что как или иначе это должно было бы случиться. Вот форма никто не ожидал, что это будет именно в такой форме, да, кто-то думал, что должно быть более жесткая форма, кто-то думает, что более демократичная форма. Да. Ну, когда, скажем, президент Янукович превратил управление страной в некое, там, скажем, семейное предприятие, и то есть уровень так наглости он достиг, скажем, ну, не просто максимум, а намного выше, чем в принципе позволено. Тем более, что мы находимся в Европе, не где-то там диктаторских стран. Поэтому это должно было случиться. Конечно, очень жаль, что очень много людей погибали при Майдане. Низкий поклон им, конечно, там сочувствие их семьи. И это, ну, никогда нельзя даже, как, ну, одна человеческая жизнь, она стоит всего, да. И поэтому, ну, дай бог, чтобы и дальше такого не было. Но, ну, и потом события же разворачивались стремительно, и сейчас уже мы имеем какую-то эту войну. Сегодня, да, сегодня уже Украина совсем стала совсем другая, уже даже, скажем, меньше Украины уже населения. Да, да, меньше территории. Отрезали, ну, там почти 6 или 7 миллионов там человек, уже меньше стало на Украине, так вдруг, да, это если минус Крымом, минус Востока, потому что если уже говорить, смотреть на вещи так, как есть, то, естественно, ну, я думаю, Крым в ближайшие там десятки лет не вернется в Украине, а Восток де-факто сегодня является так самостоятельная территория. Плохо контролируемая и совершенно неуправляемая какая-то территория. Ну, она, да, это же невозможно там управлять что-то, которое только что придумали, да, это же время надо. Ну, по-любому, это, конечно, большая потеря для Украины, также и для этого региона. Но мне почему-то кажется, что даже Майдан и не закончился. То есть мне кажется, что как-то Майдан ушел в некий там отпуск. Да. И скоро там все возвращаются на рабочее место на Майдане, только уже в другом форме, в другой подготовке, там, в другой настрой. И знаете, вот я утром сегодня смотрел, там, ну, каждое утро смотрю разные телевизионные каналы и смотрел, что в Египте происходит. Вот именно сегодня попросили генпрокуратура попросила смертная казнь в адрес последнего президента Египта Мурси, который он как раз
ровно один год был президентом, и они вышли на своем Майдане ровно в годовщину. Но они оттуда не уходили. На Тахрир они вышли, да? Они вышли на Тахрир, да. Кстати, это слово означает освобождение, Тахрир. И они не уходили оттуда, пока не свернули президента Мурси, который никто не был доволен его работой. И сегодня некое подобное может и повториться на Украине, только не на годовщине Майдана, а может быть на годовщине там, инаугурации, может быть. Mm-hmm. Как это Но Мурси сидит в тюрьме же, да? Он сейчас уже сидит в тюрьме, и скоро Янукович будет суд. Все-таки скоро, на свободе, даже скоро, более того, вольная птица. Он скоро гражданин России сейчас. Не-не, он ему не дали никуда уезжать, он сидит в тюрьме. Да. Mm-hmm. То есть и с Мурси там же еще, помнишь, было по 100 каким-то братьям мусульманам или вот, да, с ним их же не казнили, да, все-таки они нет, живы. Ну, вот как раз для всех попросили смертная казнь. То есть и всех вот тоже, да? Сегодня попросили, да. Неужели, его, плюс 100 лет, это жестковато, конечно. Но, жестковато, это мягко сказано. Да. Ну, я думаю, что... То есть параллель с Тахриром для тебя существует некая, да? Вот, вы знаете, вот я очень хорошо помню, когда еще Мубараком был президентом. И у него вот этот вот вышел тогда египетский народ на улице. Я помню, как долго над этим смеялись люди тогда, работающие на банковой. Mm. Я тогда в шутке там одного человека говорил, я говорю, смотрите, чтобы это не повторилось в Киеве. И на меня так смотрели такое лицо, боже, что да, не, ну, на меня смотрели как вообще предатель, как вообще можно такое озвучить, да. И мы понимаем, что она этой ситуации и случилась, потому что его основная проблема Мубарака была его старшего сына. То есть он его и довел до такого конца там, своей политической карьеры. А поподробнее, карьеры. Что там с сыном? Я что-то вот не ну, очень... он как раз захватил весь бизнес в стране. Ага. То есть он как раз ничего и не делал в стране без, там, скажем, зеленого света от сына президента Мубарака. То, что и последний, скажем, 8 месяцев правления Януковича, это вот и его сын Саша, он и управлял, в принципе, бизнес-страной, да. Поэтому и вот и ошибка, она как-то повторяется вот часто. Вот Ющенко, у него такая же проблема была тоже с сыном, который его практически там... Но ты не можешь ему простить, что он все-таки сжег же машину, сжег же сын, да, но вот была же эта история, так и не подарили другую, кстати. Обещал подарить же, да, машину? Ну, они много чего обещали. Это мы напоминаем, что была история, когда сын Ющенко, Андрей, где он сейчас, непонятно, наверное, за границей все-таки Андрей, да? Не, он вроде недавно видели его на презентации там нового спортивного клуба, да, ну, нормально тусуется, живет. Но вы не помирились, я думаю, да? А там мы не поругались, на самом деле, просто он должен был ущерб какой-то заплатить за то, что поджег мою Бентли, так и не сдырали, естественно, мы с ним никогда не были знакомы, то есть, ну. Был тогда молодым, там, вдруг стал сын Бога, поэтому как-то... Был молодым, сжег Бентли, да? Неплохая у него биография такая начинала. Ну, там много всяких приключений было. Поэтому я думаю, что вот очень рано даже сейчас говорит об итоге Майдана, или что это такое, или что это дало, что-то... Мне кажется, что еще надо не столько лет, сейчас идет все формулируется, скажем, да? Но важный момент, чтобы люди не умирали от голода, потому что уже у людей сейчас, скажем, одно, когда борешься за свободу, а другое, когда борешься за хлеба, кусок да, хлеба. Это да, совсем за другое. Да. И сегодня, конечно, экономическая ситуация, она сложная, непонятно, как ей справлять, и придется, скажем, правители сегодняшние трудиться там день и ночь для того, чтобы найти выхода. Вот интересно, ты цифры говорил, связанные с тем бизнесом, который ты отлично знаешь, с телевизионным бизнесом в стране нашей, в Украине, да? Деньги, которые заходят на рекламу, на крупные коммерческие каналы, мы к ним не относимся, конечно, и даже не пытаемся им дрожать, но если раньше там были какие-то одни миллионы, сейчас другие, вот чуть-чуть эту ситуацию прокомментируй с цифрами. На самом деле там... Как было и как сейчас? Ну, мы сегодня должны были уже выходить, скажем, на общий телевизионный рынок, ну, на всех телевизионных каналах. Это под миллиард долларов для всех, да, в год, на такой бюджет. Рекламы, рекламы. Да? Чистая там официальная реклама, это я не говорю там о выборах, там еще чего-то, это то, что рекламодатель дает. А мы видим ситуацию, когда сегодня рекламный телевизионный рынок упал до 200 миллионов на 15-й год, планируется. На всех телевизионных каналах вместе взяты. Это, естественно, ну это колоссальное, скажем. А было где-то 800, да? Вот? Ну, до этого было где-то около 800, это полтора года назад, до 800 миллионов в год. Нормальное было, скажем. Ну, где-то она начала падать, где-то в 2009 год, скажем, там, потом в 2010 и так далее. Но сегодня, я думаю, в крупных каналах придется там снова там жить на дотации только и не надеяться на хороший доход от рекламы. Но
так или иначе, рано или поздно телевизионный рынок он умрет, потому что... Умрет? Ну, кстати, естественно, в интернете потому что, да, это надо переходить уже... Быстрее бы уже в интернете. Быстрее в интернете, да, да, да. И при этом затрачиваешь же эфир, ты же Коломойский, вот таких два вот знаковых, я бы сказал, владельцев каналов, свои миллионы, там, наверное, тоже исчисляются сотнями. Ну, скажем, 4 это Коломойский, потом... Сколько? Ну, Коломойский, он тратит около 150 миллионов в год. 150 Коломойский, да? Миллионов, да. Потом группа Фирташа, потом Рената Ахметова. А группа Фирташа это сколько? И Пинчук. Но они все так или иначе, то есть вокруг там 100 миллионов долларов тратят. То есть они зарабатывают, наши олигархи, на телевизионных каналах? Они зарабатывают на свои бизнесы и кормят своих телевизионных каналов. Надо понимать, что в какой-то период они зарабатывали реально от телевизионного бизнеса. Это был правильный бизнес как-то. Ну вот игроки, скажем, начинали друг друга, скажем, не уважая там общие там правила игры, так и началось. А сегодня уже общий кризис и не позволяет... скажем, ну, рынок, реклама же дается, когда люди покупают. А если рынок сегодня нет, то для чего там платить за рекламу? То есть крупные западные компании, транснациональные монополии, как бы их назвали, да? Они не очень охотно заходят вот в Украину, в том числе и на телевидение наше коммерческое. Ну, скажем, реклама, она есть, но за нее платится уже в 20 раз меньше, чем раньше. Вот такой подход. Поскольку они прекрасно понимают, что ситуация экономическая, она сложная, вот, и они сами диктуют, скажем правила. Но мы по-прежнему видим рекламу «Зубная паста» по телевизору, потому что она война, не война, все равно чистые зубы надо, то есть, ну, и так далее. Там жвачки, там еще что-то, это все есть. Но сейчас редко увидишь там рекламы дорогие машины, например, автомобили, сейчас не видишь по телевизору там, или еще чего-то. Ну, алкоголь после 11, естественно, я думаю, сейчас народ будет больше тратить деньги на алкоголь, чтобы забывать о трудности жизни. Ну и чтобы греться еще, сейчас зима будет. Вот. Кстати, у нас же запрещена реклама никотина, да? Вот как-то. Но борьба уже давно, с табакокурением. Нет, с табаком, да, ослабла давно. Маленечко. Но сейчас другая она борьба. Она вообще запрещается в любом виде. Ну и правильно. Зачем? Да. Да, лучше рекламирует травку сейчас. Но ты же любишь кальян, да, по-прежнему? Ты бросил уже это дело? Нет, я кальян по-прежнему. Здесь будет кальян в следующий раз. Я помню, тогда мы делали давно. Это хорошая передача про кальян. Одна из любимых передач, конечно. Два слова все-таки о том, что, наверное, если бы представить себе, ну, даже не знаю, желать вот этого нет, но от нас же не зависит историческая какая-то вот необходимость, да? И тем не менее, вот третий Майдан, какие могут быть лозунги третьего Майдана? Или его не будет точно, как ты думаешь? Ну, мне сложно представить, как 2015 год без третьего Майдана. Ну и вообще, скажем, как-то людям даже уже как-то сложно представить свою жизнь без Майдана. Ну, это я как с юмором, но в принципе, вот тот Майдан, который последний, он, конечно, главная цель это была, скажем, убрать Янукович и его сына. Клан. Это было сделано. Да. Да. Но никто не подумал, что пойдет крупная война. Никто не подумал, что Путин проснется в какое-то утро и заберет себе Крым. Никто не подумал, что новые правители, им будет сложно справляться с ситуацией. Не потому, что они плохие правители. Тут надо, конечно, отличать реальности от желаемого. Да. То есть, сегодня легко взять и обвинять там Порошенко, Яценюка во всех возможных там грехов. Но надо понимать, что даже они когда приходили во власть, они, наверное, себе что-то отметили, какой-то план, скажем, экономический. Но они же не думали о том, что у меня весь Донбасс пропадет, и мне придется все деньги дать там на войне, например. Поэтому, как раз это и недовольство, которое сегодня есть у населения. Население же никогда не требует объяснить, почему плохо. Население требует, чтобы было хорошо. Да. И не волнует. Это не их работа там знать почему. Ну, я не прав, поэтому и население, скажем, делает революции. Но просто это как незаконченный фильм, этот последний Майдан. То есть он как-то начался, вот дошел до какой-то там пика, и мы еще не видим развязки. То есть вот мы видели некое событие, вот один из злобных там героев этого фильма, его видели. Какой интересный образ. Дальше, а свадьбы же не было, в принципе. Фильм заканчивается, да. Заканчивается на красивой свадьбе, а ее еще не было. Как у Карлоса Саура, кровавая свадьба пока. Да. Вот ты известен как общественный деятель, который возглавляет, по сути, там движение «Стоп расизм». Но вот у нас движение «Стоп войны» как-то я не вижу, да? Вот как считаешь, почему нет каких-то антивоенных выступлений людей? Хотя на Востоке деле, кое-что на было. На самом деле они есть. На Востоке, на Западе было. Только даже. Вы не забывайте, что для многих культ, военный культ Украины, он существует уже более там, сколько, 50 лет. Ну, как закончилась Вторая мировая война, одни из главных праздников, когда все там отмечают там конец войны. Там. Есть много парков, где они там посвящены там конец войны. То есть,
очень много поколений родились, выросли, но не зная, что такое войны, но они постоянно ежедневно говорили. Угу. И тут вдруг дается возможность играть в войну. Да. Угу. И вот оно, вот надо понимать, что это игра, которая ей сложно, скажем, заканчивает очень быстро, потому что она привлекает. Вот мужчины любят стрелять, любят воевать, они это любят. Есть, и кроме этого, есть большое лобби в мире, которые пропагандируют войну, чтобы продавать оружие, для того, чтобы экономика некая там пошла в это, именно военная, скажем, экономика. Да? Поэтому об этом никто не думает. Все как-то там шли на фоне патриотизма, да, идемте там защищать страну. Ну а с другой стороны происходит некое, скажем, действие военное, которое они многим, в принципе, и нравится. Вот пока они играются в войне, это быстро и не закончится. Mm-hmm. Если все потом понимают, что уже Донбасс сдали, там нечего защищать, то хочется дальше еще как-то стрелять, воевать, пользоваться это оружием. И вот оно и этот событие, как скажем, Третьего Майдана, которые не могут повернуться именно в это направление. Это люди, которые будут уже практиковали хорошо там, играли в стрельбу. И тут уже понимают, что Киев наш, и будем его защищать, и мы будем защищать уже от кого? Вот главная задача, да, главный вопрос. Ну, придется найти какого-то врага, который, как правило, враг всегда почему-то сидит на банковой. Это так психологическое, скажем, понятие, скажем, населения. И вот как она потом, как она пойдет, это уже время покажет. Но мне кажется, что люди устали только от одной, это делает революции зимой. То есть это слишком холодно. Поэтому, мне кажется, подождут, когда потеплее чуть-чуть. Зато какая картинка телевизионная, ты же помнишь, да, эти обледеневшие машины. Уже эти картинки, они есть, когда снег, все это уже есть такие картинки. Теперь, а сейчас, может, лучше картинки в майках, в футболках. То есть ваш прогноз, что зимой не будет ничего, да? Зимой как-то все, сейчас только выборы закончились, пока формулирует этот Кабмин, пока коалиция, потом начнется новогодний отдых. Прошлый год его не было у многих. А вот два слова о коалиции, вот твое впечатление от того, как там договариваются, что там происходит, как вот тебе кажется, что это за игра такая, Особая? Происходит самое ненужное, на самом деле, сейчас, потому что, вообще слово коалиция уже много забывает о том, что создается коалиция для того, чтобы люди, которые никак не могут работать между собой, они делают коалицию для того, чтобы объединились как-то ради там страну, да, то есть это люди забывают о том, что есть всегда коалиция, это сложный процесс. По-любому, в любой стране в мире. То есть там Бельгия, например, 3 года назад, они вообще жили 1,5 года без правительства. Например, Канада была такая же история. Этот процесс, он есть, он существует. Особенно, если взять Бельгию и Канаду, сразу понимаем, эти страны, в которых существуют 2 языка. Сразу. Да, французский, английский. Поэтому тут процесс, он сам легален, он правильный. Неправильно то, что они как-то, скажем, за портфели дерутся. Это уже неправильно. Но с другой стороны, тоже надо понимать. То есть, если есть, например, скажем, есть премьер-министр в стране, он должен как-то уметь свою команду. Они должны понимать друг друга, они должны уметь диалог между собой. Это я видел недавно интервью, не помню, там министр экономики, наверное, который подал в отставку, я не помню его фамилию, который там говорит, а зачем мне общаться с Яценюком? Я делаю своей работой. Да-да-да, я тоже слышал. Да. Я как-то думаю... Там был вопрос, кто кому должен позвонить первым. Да, и логика в этом. Если есть министр, есть премьер-министр, тогда смысл работать в команде, если не нужно общаться с премьер-министром. То есть министр не очень хотел общаться с премьер-министром, потому что... Это же никак не оскорбляет никого. Наоборот, министр есть министр, это важная должность. Но есть и премьер-министр. Это не важнее, но это по понятию. Но его же, кажется, уволили, да? Или он сам ушел, подал отставку? Так-то там непонятно. Там уволили, потому что он ушел. Мы тут говорили, странный твой вывод по поводу украинского такого даже народа. Мы до студии говорили о том, что очень горячие люди на Кубе, где ты бывал, я даже побывал тоже, и такие же горячие люди на Ближнем Востоке. Но ты хорошо пошутил, что по-разному выпускают пар последние годы, особенно на Востоке война, а на Кубе там танцуют и веселятся, и прекрасная жизнь. Получается, что и украинцы тоже какие-то горячие люди, если вот ты говоришь, эти традиции, ритуалы воспитывали в нас с детства, жажду какого-то подвига или там войны. И вот сейчас началось, и уже никто не хочет это заканчивать. Вот характер этого народа, ты его изучил. Сложно сказать, что украинцы это горячие люди, потому что украинцы это как раз они сами такие, скажем, все делают, рассуждают, там делают медленно. И, как слава богу, мы возвращаемся к то, что было раньше, что к толерантности. То сегодня украинский народ, слава богу, снова есть толерантным. Просто почему-то есть большая часть населения, которая считает, что себя хуже другим. Угу. Всегда сравнивает там себя или с русскими, или с европейцами.
А пока ты не понимаешь, что я уникален, ну это и есть. То есть я столько тут живу, я прекрасно понимаю, что украинский народ, он уникален сам по себе. Он, ну, нельзя даже сравнивать с какой-то там другой народ. Пока ты этого не понимаешь... Где же дети украинцы, пока, да? Сейчас ну, у меня четыре детей, да, да, они все украинцы. Они... Четверо даже? Уже четверо. Ну, сегодня. Вот, отлично. Вот завтра я еще пока не знаю. Четверо украинских детей. Да, поэтому пока ты не просыпаешься утром, и сам понимаешь и уверен в том, что ты уникален, ты будешь, у тебя эта внутренняя борьба, она всегда будет. То есть то, и должно быть всегда направлено против кого-то. Ну, модно там, чтобы это было против русских, потому что, ну, русский, он и есть враг всего, там, скажем, даже в голливудских фильмах, там, несмотря на то, что Советский Союз существует, вот враг, он всегда русский, вот это, который всех должен убивать, там, стрелять. Ну, да, там, медведь, далее, там, да. Кал, ну, и тут уже... еще и Путин, который помогает, там, скажем, подтверждает, скажем, это понятие. Ну, я всегда и говорю, и в это веру, в том, что корень проблемы это в том, что есть некая неуверенность в себе, которая она и мешает дальше жить. А в принципе, ну, украинский молодежь, ну, в основном, да, украинский молодежь, он намного сильнее, чем любая другая европейская молодежь. Я это точно знаю. А в чем это в сила, интересно? Ну, в силе в том, что подход чуть-чуть другой. Вот почему, например, много украинцев, мы про них много слышим, что они добивались чего-то там в компьютерном мире, там, в интернете. Там. Вот придумает то, что никто не может придумывать. Вот не случайно же там WhatsApp, например, придумал украинец, который он отсюда даже улетел в Америку ну, как в сознательном возрасте. Он успел за короткое время создавать некая там, скажем, штука, которая она сегодня нас управляет. Не мы ее управляем, она нас управляет. Это приложение WhatsApp. А получается, что, вот, перебить извинения, но это важно к тебе, как организатору вот, стоп расизма, что так называемая в массе, ну где-то она есть, конечно, это ненависть ко всему там русскому, российскому и к Путину, как-то даже свела на нет почти наши проблемы, ну, там, ну, внутри страны, связанные с расизмом. То есть к другим иностранцам мы уже не так плохо относимся. Да, к расизму сейчас теперь к русским. То есть сейчас какое-то, получается, с расизмом у нас получше стало, но новая волна, вот такое антирусские какие-то настроения, да? Это что же расизм или что это такое? Социальный расизм какой-то? Это однозначно, ну, это тоже одна форма, скажем. Разновидность какая-то расизма. Потому что любой, скажем, любой фанатизм там против чего-то, это уже не хорошо. Ну, на почве защиту страну это как-то где-то она оправданная. Но по большому счету, вот я считаю, что любой человек, который знает больше, чем одного языка, это уже не один человек, а несколько. То есть это плюс. Да. Вот я знаю, например, 5 языков, и меня это 5 языков. Это прекрасно, я понимаю, там разные... Валитар Фурш знает 5 языков. Ну, не буду просить тебя говорить на всех 5, потому что я ничего не пойму. Поэтому знать и говорить на не нужно, у меня никакого комплекса. Ну, и трудно быть расистом уже, когда знаешь хотя бы 2 языка, да? А ты этого уже невозможно, скажем, даже внутри себя это невозможно там, как сказать, почувствовать. Мы говорим, что это уже такое не расизм, а все-таки такой шовинизм, он связан с войной, да? И вот эта милитаризация общества, всестороннего жизни, она приводит к тому, что люди начинают просто, ну, там, ненавидеть врага. Не, ну, есть еще то, что и модно считается, то сегодня вот кто говорит об этом, ватники, только молодец. Ватники, Колорадо, да. В тренде. Да, это в тренде, но я считаю, что сегодня в тренде должна быть хорошая, достойная экономическая жизнь. Вот это вот самое главное. И, в принципе, очень легко всегда валить вину на какого-то другого. Там, вот если бы не это, то если бы не война, то у нас было бы все хорошо. Ну, примерно, да. Однозначно там виновата сегодня война на 70%, может быть. Но уже нужно поправлять свои планы. Вот есть маленькие страны, как Чехия, как Словакия, которые прекрасно себе живут, у них даже нету ни одной там, не знаю, там какой-то, ну, даже ни газ, ни нефть, ничего. То есть у них абсолютно ничего нету. И они живут себе нормально. Ну, есть маленькие страны, такие как, например, там Армения, и там вот чуть больше Грузия страна, даже какой-то еще там анклав на Нагорный Карабах, Я всегда там люблю, как это мне отец всегда учил, он мне говорит, а что у тебя такие плохие оценки там в школе, когда в школе были? Я говорю, так есть еще хуже, вот если у меня там тройка, так у кого-то там единица, он говорит, ты должен для себя сравнивать с кем, у кого пятерка, да. Видишь, поэтому лучше всегда сравнить себе там страны, которые уже получают пятерки и прекрасно себе живут. Я больше всего люблю взять пример Румынии. Не Польши, тут почему-то всегда любят, а Польша говорит, потому что она типа, ну, рядом, там язык похож. Я больше беру пример Румынии, который, в принципе, они, ну, даже не то, что
ну, не лучше украинцы, они просто очень далеки там, в худшем, там, скажем, варианте. Если их сравнить с украинским населением, с Украиной как страна, с украинцами сами по себе. Они беднее, только что, да? Они беднее, у них мышление совсем другое, они, понятие жизни совсем отличается от европейского общего понятия, там, ну, есть там часть, скажем, ну, и так далее. У них нету даже ресурса хорошего в Румынии для того, чтобы там, скажем, продавать, получать какую-то иностранную валюту, нету. Ну, вот, сегодня является там полноценным членом Евросоюза, их приняли, они, у них жизнь стала много лучше, в Бухарест вообще прекрасная столица становилась, они за большой, как это, с большой скоростью они это все сделали. Нужна была просто некая, там, скажем, политическая воля и избавлять себя от всяких там комплексов. То есть не нужно думать о том, что я хуже другой. Надо всегда понимать о том, что я не то, что лучше другой, я просто сам по себе уникальный. Просто я румын. Но ведь из Румынии очень много трудовых мигрантов, да, они работают везде. Я видел очень много румын в Финляндии. У них много проблем, да. Они свободно ездят. Они даже составляют много проблем для многих европейских стран. Я же к этому клоню. Но я как раз и не об этом. Я говорю, что если бы украинцы будут ездить везде, они так ездят везде по Европе, то Запад ездит, они будут составлять меньше проблем. Надо не забывать, что украинцы вот Европы, они являются строителями. Потому что вот большая мужское население, молодые украинцы, которые работают там в Италии, во Франции, я это знаю точно, да, это ребята, которые работают в сфере строительства. Вот в чем они сильны. Вот я понял, в чем сильна наша молодежь. Да, они строители. То есть украинцы умеют строить. Так почему тогда разрушают? Надо просто забывать, надо просто вспомнить всегда о хорошего, да. И опять же, я опять повторяюсь по поводу там, поскольку мы на интернет-канале, да, то есть уникальные там, скажем, ребята с украинцами, ну, мозг у них построен как как интернет, в принципе, так общение, что в чипов очень много есть хороших. И то, что они творят там, даже в мире там компьютерные игры там. Одни из самых там популярных игр в мире, компьютерные, тоже украинцы придумали. Ну и индусов хватает. А еще не говоря о украинских хакерах, которые они тоже, опять же, сами талантливые, да, в мире. Там последний раз что-то такое, атаку какую-то даже читал. Они постоянно где-то атаки там в Америке, там везде в мире, то есть, ну, есть. Талантливые. Нет, талант он однозначно есть. Поэтому это надо вот это вот выращивать больше. Надо это прекрасное, это общее пожелание, да, чтобы больше было наших хакеров украинских, которые могут свои таланты проявить. Я не именно про хакеров, я просто говорю, что надо всегда вспоминать. И пиратов позитивные еще же. Это моменты, да. Скажи, пожалуйста, все же, вот если говорить о твоей сейчас работе, о Евроньюз, да, что это за такой канал, который просто, вот я сам смотрю в кабеле, да, он повторяет новости, но он же производится людьми нашими, да, то есть, которые живут вот на Украине. Да. Вы приглашаете журналистов из-за границы, или это люди, которые переходят с других каналов к вам? Как вообще они себя чувствуют у вас на канале? Сегодня то есть, возглавляет, скажем, редакция Евроньюза, итальянец, там, Серджо Кантони, это всегда политика Евроньюза, что отправляет всегда свой человек, он не обязательно там, чтобы он был итальянец или француз, но они его сейчас назначают. Сейчас же Италия страна председатель Евросовета, да, в этом году, или не обязательно с этим связано? Нет, это никак не связано, да. И вот, то есть я, например, к редакционной политике никак не влияю, Евроньюз, да. Но какая карьер. Политика редакционная? Это взвешенная, сбалансированная? Ну, это всегда должно быть сбалансировано. Всегда. Объективистская такая? Ну, в первую очередь, объективность, вот, и вот во время там правления Януковича у меня лично были там, скажем, несколько проблемы. Там проблем из-за того, что мы там, скажем, освещали Майдан там полным, скажем, полным объемом. Ну и были и хорошие моменты тоже, да. Ну вот, кстати, у нас 1 декабря будет, это первый иностранный журналист, на кого напали, это был наш журналист, Евроньюз, это было 1 декабря под Банковой, как раз его топтали там ногами. Вот. И, это хорошее то, что было, что можно было показать уже. Ну, то есть мы в этом будем об этом вспоминать в эфире, что это было. Ну как у себя чувствует? Нормально он работает? Он, да, нормально, но он там пролежал в больнице две недели и сейчас нормально работает. Ну, слава богу, да. Да, и поэтому мы, как наша и Евроньюз, это у нас кроме новостей нету ничего. Но вы посылаете вот в горячие точки своих журналистов или это дело добровольное? Всегда. Да? То есть у вас на Востоке это журналисты работают? У нас на одни из всегда в горячей точке есть, там на Ближнем Востоке, в Африке, где бы это ни было. Сейчас вот в Мексику отправляли там одного журналиста, сейчас в Мексику идут. Тоже события начинаются там. А на наш Восток имеется в виду? На Востоке мы уже делали много репортажей и внутри, и вот недавно, кстати, были с той стороны, там, скажем, Донбасса. Вот это важно. Вы показываете что-то, что, ну, в общем-то, считается сегодня даже ведь последний там приказ президента, да, о каком-то регулировании вот информации, но это почти цензура, но, в общем, не все можно теперь уже показывать, да? Или это вы не ощущаете на себе? Ну, надо вы не, не,
извиняюсь. Надо не забывать, что Euronews это по законодательству французский канал. Мы находимся в городе Лион во Франции, это Евро, и наш партнер это Еврокомиссия. Поэтому мы, наше главное, скажем, самое богатое, что мы умеем, это свобода действий. Поэтому мы показываем, что происходит на Украине, всему миру. И мы будем всегда показывать так, как есть. Ну, это и было так при Януковиче, и оно будет дальше всегда так, потому что это единственное, что у нас есть, это наши честные, скажем, новости и объективные. Меня ничего не будет. Это очень важно, что это самый демократичный канал должен быть, потому что не подчиняется никому, кроме там Еврокомиссии и в Париже. Не, он подчиняется только на самом деле журналистами. Журналистам. То есть редакция, журналист сам и решает, что важно, что нет. Есть там главный редактор. А все, что связано уже с руководством, они так и всех там смотрят новости, так и население. Никогда не знают заранее, что будет в новостях. Все же в твоем творчестве, я не могу не спросить тебя. Во-первых, конечно, очень хочется увидеть Омара и узнать, что он сейчас делает. Он же пишет музыку, он снимал прекрасные клипы. Ну, это отдельная история. Но ты-то тоже написал книгу, которую я читал. Да. Вот как у тебя сейчас сказать литературное творчество? Что ты пишешь? Может, какие воспоминания уже или наоборот для семьи? Ну, это сложно называть литературное. То есть я, да, писал. Еще книга хорошая была, она такая. Но она отлично читается. Не, она, да, потому что она легко написана, и в нее ничего сложного в литературном понятии нет. Скромный автор, скромный. Она небольшая, она такая тоненькая. Да, 100 страниц, 10. Ну, я пишу всегда, я пишу в первую очередь для себя. И когда пойму, что можно опять это собрать, и дать таким людьми, как вы, которые может себе позволить читать быстро таких книг, то я с удовольствием. Но я, естественно, как-то никак не отношусь к себе как автор. То есть я пишу там свои мемуары в своем стиле. Да. Если кто-то читает и нравится, ну и слава богу. Или если кто-то читает и смеется, тоже неплохо. То есть улыбка, она всегда, если улыбка, я всегда за улыбку. Ты столько лет уже отдал серьезному телевидению, и, может быть, какие-то были идеи, связанные со сценариями, что такое-то кино поставить, или как вообще с кино складывается у тебя? Были какие-то идеи? Ну, всегда есть идеи, на самом деле, но кино это же такое, это как играть в казино. Рифма хорошая, а почему? Или получается, или выиграешь, или потеряешь. Поэтому я больше всего, то есть, очень важно понимать, что ты умеешь делать в этой жизни. Я умею хорошо там в сфере телевидения работать, я очень умею хорошо в сфере пиара работать. Но все говорят, я не могу тебя перебить, но музыка же это тоже твоя сфера. Ну как музыка, без Супернова? Слушаю, это хорошо, да. То есть, я, кстати, вот говоря о радио Супернова, которое я когда-то создал, радио было в Киеве, короче, Богдан Хмельницкого, да, в каком-то подвороте, великолепном. Комнатный подвал. Еще вообще не было радио независимого, только была Супернова. Да. Ну и продолжаю эту мысль, что ты его первый создал. Но самое интересное, что, да, я из первых, кто вообще создал радиостанции FM в Киеве, но самое интересное, что радио Супернова было очень популярным во всей стране, хотя она вещала только в Киеве. Но она была не самая рейтинговая. И я только через время понимал, что я умею раскрутить брендов, но не умею управлять, там, скажем, жизнь радиостанции само по себе. Ну, я, правда, это поздно понял, но я поэтому и потом превратил, скажем, свою работу именно в пиар-сфере. И вот создавал тогда свою агентство Supernova Agency, которая она и очень хорошо работала на украинском рынке. Ну, в радио это красивый бизнес. Сегодня, к сожалению, он не умеет свое достойное место. Ну, Вести, по-моему, вообще просто они каждое утро. Молодцы. Вот что это такое? Кто это? Это непонятно даже, кто там вкладывает деньги. Ну, профессионалы, молодцы, хорошо работают. А кто там, ты не знаешь, ты же все знаешь. Ну, кто это? Кто человек, который все это финансирует? Это, знаете, как но это не меньше ты точно. Знаешь, лучше спишь. Поэтому мы не говорим. Я выбираю спать. Не, ну вот даже Гонопольского, моя мама утром говорит: мама, выключи, невозможно. Что это человек постоянно кого-то спрашивает? Но я в машине. Вот утром слушаю в пробках, это очень полезно, причем с некой дозой юмора, это то, что и важно. Что сегодня нужно, ну как сказать, улыбнуться и думать что-нибудь хорошее о жизни. Ну и напоследок, конечно, я не могу не передать привет твоей семье, но о семье вот говорить как-то тут не очень, нужна другая обстановка. Хотя там я очень с большой симпатией отношусь. Во-первых, это дети, четверо детей, Варфуша. А закончить все-таки хочется наш разговор тем, что тоже очень много сделал и для страны, и для красоты, когда организовывал конкурсы, и даже с Евровидением много же ты работал. Да, вот как сейчас эта сфера, то есть шоу-бизнес
И, конечно, это там... Как ты сейчас с этим? Начнем с, по поводу конкурса красоты. То есть мы действительно, когда с братом были единственные, кто организовал там международный первый, конкурс да, красоты это вышли на уровень. На Украине, это было Мисс Европа, и мы его организовали на очень высоком уровне. Тогда председатель жюри был Роберто Кавалли, мы красивое шоу делали, вещали там на более чем 20 стран. И тогда еще я даже и доступ к Евроньюз тогда не было, но тем не менее у нас было очень популярно. И вот это, кстати, во всей истории современной Украины, это был единственный раз, когда был организован международный конкурс красоты на высоком уровне. Это был хороший бизнес, красивый бизнес, я бы сказал. Ну и прибыльный, поскольку у нас всегда были хорошие, там, скажем, спонсоры. Там, и красивые же девушки украинские. Как Procter & Gamble, да. Ну, вот это, наверное, и было последнее, там, скажем, большое событие, которое мы организовали. А Евровидение я начал заниматься, когда стал работать на Первое национальное. Я, в принципе, занимался активно там Евровидение и Евроньюз, скажем, на Первом национальном. И Евровидение мы делали, я бы сказал, бы 4 года, не стыдно ни за одного года. Так, а что вот в этом году или там в этом без году вас? Не участвует уже Украина, потому не что участвует. Не участвует. Первые национальные отказались от, из-за типа, отсутствия денег. Хотя мы всегда делали. Что, ты ушел и отказались? Да. Поэтому тут и, ну, жалко, конечно, потому что Евровидение надо всегда понимать. Это мало кто знает. Первые национальные никогда и не финансировали. И не тратили деньги на человека, который побеждает. Это всегда исполнитель сам находил деньги, сам улетал. То есть я даже, мне непонятно, почему отказались от Евровидения, потому что, в принципе, и денег как таковой никогда не платили. Никто не умеет просто это организовать, там, наверное, да? Ну, просто, может, сейчас общее настроение такое, что надо все экономить. Ну, может, и правильно. То есть я считаю, что любой правитель, который сидит на своем месте, он лучше всех понимает, почему он это делает. Нам со стороны всегда как-то тяжело понимать какие-то решения, которые нам не нравятся. Ну, когда уже начинаешь вникать и ты понимаешь, ну, думаешь, ну, наверное, правильно. Ну, то есть как-то так. Если говорить, не удержусь и спрошу, а вот старшие дети, они же уже могут сами уехать за границу, да? Вот чем они занимаются и остались они в Украине тогда? Ну, у меня старший сын сейчас второй курс уже в университете Шевченко, он живет сам, учится на политологии. И, политолог. Он еще и пишет рэп, ему это нравится. И он живет своей самостоятельной жизнью, он сам то живет. То есть он читает рэп? Да. Он, в отличие от папы, читает книги, он хорошо говорит по-украински. И такой более правильный парень, чем своего папы. Ну, поэтому и рожаешь детей, чтобы они были лучшие. И ни папа, ни дядя, он не говорил там, ну, куда-то, ну, вывезите же меня, хочу пожить в этой вот свободной Европе. Ну, они как раз и не хотят. Мы же, наоборот, об этом думали серьезно в какой-то момент, но они вот категорически не хотят, потому что им нравится тут жить, мы же и... Во Франции можем свободно жить, там есть и жилье, там, ну, да. И родственники, и дядя, там, и так далее. Ну, и по-французски все мои дети говорят свободно, то есть это как второй родной язык получается для них всех. Ну, а выбор правильный, я считаю, потому что родину свою надо любить. Если ты не любишь свою родину, то тогда никогда в жизни не можешь никого и ничего любить. Поэтому это основа. А он вырастет потом, сам решает себя. Ну, старшая дочь тоже, все у меня потом, Лиза учится, дочка Эмили, ну, все ходят во французской школе, учатся. Естественно, ездит по всему миру. У меня маленький ребенок, 2 лет, он еще в школе не пошел. Пока еще не решил, где жить. Думает, на него вся надежда, хоть он, может быть, скажет, хочу во Франции. Да, ну, что хочет, то и получит, да. Прекрасно, конечно. Я думаю, что вот услышать от Валерия Фуша такое, что нужно любить родину, главное оставаться в этой стране, и что все дети здесь. Меня это, конечно, удивляет, но что сказать. Спасибо, Валерий, что... Я думаю, что, как сказать, раз уже есть такие, скажем, правильные интернет-каналы, как Укрлайф, это правильно там написано, да, просто еще добавляйте в конце там улыбочка какая-то, чтобы люди сразу понимали, что Укрлайф, она, украинская жизнь, она такая все-таки хорошая. Если ты, который сегодня там 5 или 6 человек, которые сейчас смотрят, но 50 тысяч, которые посмотрят вечером уже в YouTube. Или за неделю, да. Если мне их помогли там улыбнуться чуть-чуть, то я думаю, что Укрлайф, он достигает свои, скажем, в сотрудничестве с Евроньюсом. Вот это очень важно подчеркнуть. Будущее сотрудничество, это важно. Спасибо. У нас был Валерий Фуш, и мы прощаемся ненадолго.